Здравствуйте, с вами житель Земли. Сегодня мне попал такой интересный экземплярчик Korg-01WFD. Клавиши, которые были выпущены в 93-м году компанией Korg. Здесь наблюдается проблемка такая, что все голоса сбиваются, то есть работает со странностями. Думаю, что нужно посмотреть его на предмет наличия вот таких вот батареечек. У меня есть одна, еще рядом лежит вторая, если понадобится, я не знаю сколько там. Но мне кажется, что материнская плата, как в большинстве компьютеров, питается, и память питается именно благодаря такой батареечке. И буду использовать для разборки вот этот мультитул Leatherman's Juice S2. Придется на мягком работать, поэтому используем кровать. Ну и первым делом мы откручиваем все винты. Итак, удивительно, но я в этот раз не ошибся. Мы видим материнская плата, мы видим ППЗУ, полупостоянное запоминающее устройство, и мы видим интересную батареечку. Ну и теперь осталось собрать. Итак, собрали, теперь проверим, что у нас получилось. Очевидно, что голоса послетали. Но что-то осталось, но загрузилось сразу и что-то даже подгрузилось. Не знаю, кто помнит, вот такие вот дискетки. Это 1,4 мегабайта. Когда-то были очень-очень популярны. Когда выпускались эти клавиши, эти дискетки были весьма популярны. Именно на них хранятся и секвенции, и звуки. Загружаются они очень просто. Устанавливаем дискету и выбираем загрузить комби и программы. Да. Все практически мгновенно. Теперь проверяем. Ну, во-первых, появилась глубина. Во-вторых, как видим, звуки стали гораздо-гораздо глубже. Проверяем второй банк. Ну и проверим один из моих любимых звуков. Ну и последнее, хочу проверить комбинации.
Ну что ж, все работает, можно выключать.